Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Большой обмен во Франции. Реальность или же иллюзия? Министр обороны Армении. Полеты азербайджанских беспилотников контролируются армянской стороной. Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт. Иран не намерен вступить в прямой диалог с США в ближайшее время. Хаят Тахрир Аш-Шам и другие террористические организации отвергли предложение сирийской арабской армии о прекращении огня. В Степанакерте пройдет фестиваль зонтов. На вершине Мусадага зажжен огонь всеармянских игр. В контексте политики большого обмена во Франции следует напомнить, что эта политика применялась на Ближнем Востоке и особенно в Западной Армении. В 1921 году после ратификации и многочисленных обещаний, данных Версальским договором 10 января 1920 года и Сербским мирным договором 10 августа 1920 года, и после освобождения Киликии Восточным легионом Западной Армении, Франция решила договориться с кемалистскими силами о Киликии. Велись переговоры и подписались Ангорского соглашения без какой-либо международно-правовой ценности и как итог аренда срока на 99 лет части Киликии, тем самым лишая армянское гражданское население своей оборонительной власти, передав суверенитет этой провинции туркам. Это привело к массовым убийствам более 300 тысяч армян. Франция в 1937 году позволила Турции аннексировать Александрит. Азербайджан с 1989 года решил выслать или же еще лучше уничтожить армянское гражданское население Арцаха, чтобы захватить Арцах. Таким образом, если во Франции была политика большого обмена, тогда в любом случае это может быть то семя, что Франция посадила 100 лет назад на Ближнем Востоке, и в частности в Западной Армении. Отрицание международного права, направленное против армянского населения и Западной Армении, вплоть до отрицания его существования, на самом деле имеет последствия для Запада. Ознакомиться со статьей целиком можно на нашем сайте. Ситуация на границе сравнительно стабильная. Об этом в беседе с журналистами заявил министр обороны Армении Давид Тонуян. По его словам, об этом свидетельствуют оперативные доклады за последние несколько дней. Отвечая на вопрос об увеличении числа пролетов БПЛА противников вдоль границы, министр отметил, что полеты азербайджанских беспилотников контролируются армянской стороной. Вопрос об очередных учениях азербайджанской стороны министр не стал комментировать, отметив лишь, что проводится соответствующий анализ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт. С такими словами он выступил в Анкаре, трансляцию выступления ведет телеканал НТВ. «Я не говорю, что Турция приобретет С-400, я говорю, что Турция уже их купила, это завершенное дело. Они будут поставлены в следующем месяце», — отметил турецкий лидер. «Мы не собираемся получать у кого бы то ни было разрешение, чтобы удовлетворять свои потребности в оборонной сфере. Разве мы не просили США продать нам системы обороны?» Просили, но они ответили отказом. Нам было сказано, что Конгресс США этого не допустит. Между тем, 7 июня генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов выразил надежду, что поставки С-400 турецкой стороне начнутся через 2 месяца. Иран в ближайшем будущем не планирует становиться инициатором двустороннего диалога с США и требует отмены санкций, касающихся экспорта нефти. Об этом сообщило в четверг агентство КОЕДО со ссылкой на источник в иранском правительстве. Иран не вступит в диалог с США в ближайшем будущем, приводит агентство его слова. Вместе с тем отмечается, что на прошедших в среду переговорах между президентом Исламской Республики Иран Хасаном Роухани и премьер-министром Японии Синдзо Абе иранская сторона обратилась к Токио передать лично президенту США Дональду Трампу требование снять санкции в отношении поставок нефти. Главари террористических группировок, действующих на территории провинции Идлиб, публично заявили, что отказываются поддержать введенное сирийской арабской армией при посредничестве России и Турции прекращение огня. Пресс-секретарь коалиции Джебхат аль-Ватания Лил Тахрир, капитан Наджи Мустафа, объявил, что Сирия и Россия призывают к прекращению огня из-за успехов боевиков в последние недели, в частности, прорыва в направлении Аль-Яхуда и Керназа. По словам главаря боевиков, союзники Тахрир аш-Шам на своих совещаниях даже не поднимали вопрос о прекращении огня. Фестиваль зонтов состоится 16 июня в 18 часов в парке имени Нельсона Степаняна в Степанакерте. В интервью корреспонденту Арцахпресс автор и инициатор идеи организации зонтичного фестиваля в Арцахе Нателла Даниилян сказала, что фестиваль будет организован Офсом Фаундейшн Арцах, фондом ОСМ, при поддержке правительства Арцаха и церемонии открытия разноцветной зонтичной дорожки при непосредственном содействии мэрии Степанакерта. Мероприятие будет организовано с участием талантливых учеников из Степанакерского городского дома культуры и известных певцов.
Делегация всеармянских игр прибыла в Киликию со специальной миссией, передает официальная страница панармянских игр. У подножия Мусадага в армянской церкви Пресвятой Богородицы села Вагиф была проведена литургия за успешное проведение очередных всеармянских игр, которые в этом году пройдут в Карабахе. Затем от горящих свечей церкви был зажжен факел панармянских игр. Эта честь была предоставлена американо-армянскому филантропу Альберту Бояджану. По словам Роланда Шаруяна, вице-президент панармянских игр, церемония еще раз подтвердила, что где бы ни жили представители армянского народа в мире, коллективная идея армянства будет направлена на сохранение и развитие единства Родины. Подробности того, как зажженный факел был доставлен на вершины Мусадага, будут показаны на церемонии открытия панармянских игр именно в Карабахе. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Хазер Яшчем Мурану. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!